Всем привет, подписчикам моего канала. Вот такой мешок я нашел. Плату, у кого мусорки, но я его еще не смотрел. Это я уже второй мешок, ровно 2 недели назад находил, но я его как бы еще не высыпал тоже. Мешок побольше был, конечно, желтого цвета. Тут вот такой вот попался. Ну, кто-то, видать, что-то разбирает, выкидывает. Вот на одной и той же мусорке уже второй мешок попадает. Сейчас мы его будем высыпать, посмотреть, что тут. Коробку приготовил. Что тут такое? Разбирали. Да, но так, что припустил неплохо. Забить так, чтобы вытащить непросто. Что тут интересно есть? Вот телевизора. Видать, какой-то драгметаллист конденсатор он откусывал. Смотреть здесь на стене. Тоже от телевизора. Тоже от телевизора. Тоже непонятно от чего, даже не при схеме выпаяны все. Даже аккуратно распаяно. Тут это. Ой. Что такое корпусина здоровая. Да. Вот еще можно диоды хорошие взять, КД-10V6D. Кондертик хороший. Что можно эти маленькие выбрать. Такой обзор находок с мусорки, можно сказать. Всем пока.